Здравствуйте! Меня зовут Кейтлин. И меня зовут Маргарет. И сейчас мы делаем пирожки. Это отлично. Я вас любил, любовь еще. Да. Быть может. Будущее мое угасло. Совсем. Но пусть она вас вообще не тревожит. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью, то милостью. Скорее его какой-нибудь спустя. Приходит время, с юга птицы прилетают, с небами вылетают, и это сна. Ой, мороз, мороз! Не мороз меня! Не мороз меня! Моего коня. Приходит время, люди головы теряют, и это время называется весна. Моего коня белогривого, у меня жена, ох, ревнивая. Красавица ждет меня домой, ждет, печалится. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог любой быть другим. Кабы я была царица, говорит одна девица, то на бес пришел и мир, приготовила би я пир. Каби я была царица, говорит ее сестрица, то на бес би мир одна, наткала я палатна. По Смоленской дороге. Лиса, лиса, лиса. По Смоленской дороге. Столби, столби, столби. И мороз, мороз, не мороз меня, не мороз меня, моего коня. Мы закончили готовить. Это наши пирожки.